Досуговые площадки при учреждениях культуры муниципалитета давно уже стали в летнее время центром притяжения для юных жителей района. На них можно весело, используя, провести время. Мы побывали на таких площадках в Петровском и Черноярковском сельских поселениях. Летний сезон детского отдыха приближается к своему экватору. Как отдыхается детворе в крупнейшей станице Славянского района? Этому серьезно помогает новый парк в Петровской, построенный благодаря успешной реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Он стал местом, где с удовольствием бывают юные петровчане. Здесь есть различные качели, тренажеры, лавочки. Словом, все необходимое, чтобы отдохнуть и набраться сил. Стало очень интересно. Приходим часто с друзьями, общаемся, приводим братьев, сестер. Очень хорошо проводим время. Да, я дружу с физкультурой, спортом занимаюсь, дополнительными секциями, там, волейбол, ходим на баскетбол в школе. Все очень нравится. Досуговая площадка «Смешарики» при Доме культуры привлекает ребят тем, что здесь заботятся о том, чтобы время каникул им запомнилось. Ребята с радостью сюда спешат утром. Мне очень нравится ходить на площадку «Смешарики». Здесь очень весело, развлекаемся всегда. Всякие викторины у нас, мы соревнуемся. Дети с удовольствием отвечают на вопросы викторины, участвуют в спортивных состязаниях, игровых и конкурсных моментах. Установлен экран, где мы можем смотреть и мультики, и фильмы, также и зажигать, также повторять танцевальные движения, которые проецируются на экран. Для организации детского отдыха используются все имеющиеся здесь возможности. И в станице Черноярковской стараются, чтобы станичная детвора не скучала. Для ребят организуются различные мероприятия, проводятся игры, конкурсы, в которых они с увлечением участвуют. Много мероприятий разных, занимаемся спортом, ходим на площадку, играем в шахматы, читаем книги. Здесь весело и классно, много друзей. На досуговой площадке не только развлекают ребят, здесь заботятся и о том, чтобы они больше читали в летнее время, рассказывают о книжных новинках. Ребята приходят с удовольствием сюда. Мы стараемся для них делать и спортивные мероприятия, и тематические беседы. Мы рассказываем, как вести себя на воде, как вести себя в жару. Вот. Приглашаем ребят со школы, ребята к нам идут. И мы довольны, что у нас дети, у нас площадка приходит когда до 40 человек, когда как, в общем. Естественно, ребята, они заняты. Досуговые площадки, работающие при домах культуры, пользуются популярностью. И это один из самых востребованных способов занять детей в каникулярный период, не считая летних выездных и пришкольных лагерей. Самое главное – это то, что детворе здесь нравится. Любой желающий ребенок может прийти на площадки в часы их работы и найти себе занятия по душе. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».